Привет, друзья! Вы смотрите Банальное ТВ, с вами Турбо. Сегодня мы продолжаем играть в Descenders. Я продолжаю кататься на этом велосипеде, на котором можно просто, на самом деле, поушатываться очень жестко. Кстати, ой, я умер. Оказывается, здесь есть вид от первого лица, то есть можно прям вообще по хардкорчику покататься. Давайте немного попробуем. Это пока что никакое у меня не испытание, это я просто тренируюсь. Блин, у меня руки отвали. Блин, на самом-то деле, так очень сложно. Так очень сложно понять, где земля, а где нет земли. Но зато это, блин, офигенно. Это реально офигенно, просто офигенно. Капец, не, ну это сложно достаточно. Я лучше так не буду делать. Так, давайте мы с вами перейдем к какому-нибудь испытанию, плоскогорье. Перемещаемся в плоскогорье. Выполни одно чистое приземление. Так, что у нас сейчас будет? Новичок дивизион 4, кстати, у меня тут, видите, всякие дивизионы есть. То есть, такая своеобразная ранговая система. И это достаточно прикольно, это достаточно прикольно. Базовая трасса, клон, извините, трюки, все на одинаковом уровне. Ни в чем тут нет преимущества. А я не помню, я разве не проходил эту карту? А, поехали. Там вон эти стоги сена, блин, катаются вонючие, которые мешаются. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Я немного забыл, как тут управлять. Так, вот этот тормоз, отлично. Так, едем, едем. Нам нужно просто чистое приземление. То есть нам не обязательно делать трюки, но с трюками поприкольней. Во, отлично, сделаю clean landing. Так, теперь главное не ушататься. Теперь главное не ушататься. А ушататься я могу, потому что я турбо. А вы знаете, что я криворук и кривожоп одновременно. Тихо, 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 тихо. Ну вот мы, в принципе, и приехали. О, я думал, я сейчас умру нахрен. Фу ты, блин. Нормально, отлично. Новая репутация, плюс 2330 репутации нам дали. Так, а здесь, смотрите, здесь пусто-пусто. А вот это что значит? Это я уже прошел или что это такое? Давайте попробуем. Сделать два бэкфлипа, но это просто изи. ЛТ и РБ, чтобы пропустить песню. Какую-нибудь более отвлеченную. Музыка, кстати, здесь неплохая. Она подходит как раз под тематику вот таких вот трюков, и это очень круто. Enemy. А, Enemy — это же наша это... наша команда, за которую мы как бы играем. Понял, понял, делаем один бэкфлип здесь. На два нас тут не хватит. И здесь сейчас... Ух ты! Тихо, тихо, тихо. Блин, сейчас... Нормально, нормально, живем, живем, живем. Тихонько, большие камни какие-то. Красиво, красиво, согласитесь, это было неплохо. Ух ты, что это я сделал такое сейчас? Это было круто. Я сам от себя не ожидал такого трюка. Это было реально круто. Как бы под музыку прям. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Ох, чё творю, чё творю? Вы это просто видели? Чё творит этот молодой человек? Я просто... просто, по-моему, забестил. По-моему, это было просто офигенно. 5000 новой репутации, офигеть. Так. Ответственная извилистая трюковая. Вот это, по-моему, очень сложная. Я ее не хочу. Давайте вот эту ответственную прямую сейчас попробуем пройти. А что нам нужно сделать? Финишируй, постоянно используя ускорение. То есть нам постоянно нужно жать на газ. Это достаточно сложно будет. Хотя... хотя, блин, не знаю. Наверное, это будет сложно. А, блин, давайте за... Черт, я отпустил газ, потому что я хотел поменять этот. Давайте сдохнем. Я поменял песню, из-за этого газ отпустил. Блин, а нельзя отпускать газ, понимаете? Это жестко. Это жесть. Это реально очень сложно. Я не буду никаких трюков делать. Блин, тут еще деревья, ёб твою жопу. Охереть. Блин, это реально, это очень быстро. Так, тихонько, тихонько. А тормоз, интересно, можно жать или нет? Наверное, нет. Тихонько, хорошо, я сейчас трамплин объехал. Фу, блин, нормально. Нормально, это было не так сложно, как я думал, на самом деле.
А, блин, это всего репутацию. Я думал, это всего, сколько я получил репутации, а всего я тут 800 получил, а там я. Тут просто так написано, всего новой репутации, как будто я новую репутацию какую-то. Нет! А все, у меня закончились же жизни, да? Говно, убился. А, там 15 тысяч на одном. Кстати, а, новый предмет. Мы все равно что-то апнули. У нас есть новые предметы, штаны. Много чего нового у нас, кстати, открылось. Перешли в третий дивизион. Хорошо. Так, то есть тут, видите, тут надо все жизни, чтобы были, чтобы пройти полностью. Сейчас мне придется опять эту трассу, короче, смотрите. Мы зайдем сюда, заезд. Придется, да, реально, новую сессию. Новую сессию только. Кстати, ежедневные испытания. Что-то оно недоступно. Так, гараж.
Это новые штаны у меня тут появились. О, именно штаны хочу надеть. Мне кажется, это будет прикольно. Штаниш как-то по прикольной позиции, сообщество. Так, ой, давайте... Ой-ой-ой, чё я жму? Заезд. Давайте еще раз, блин. Попробуем еще раз немножко плоскогорье. Хотя нет, ребят, на сегодня, я думаю, все-таки хватит. Давайте на сегодня закончим. В следующей серии я попробую все-таки еще раз пройти это. А пока что подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте свой большущий палец вверх. Пишите какие-то свои комментарии, тогда новая серия по Descenders не заставит себя долго ждать.